Преданный попутчик акулы – прилипало. Интересной особенностью организма прилипал является наличие на голове особого органа – присоски, который позволяет им прикрепляться к телу крупных морских животных и даже к днищу кораблей. Приложив поверхность присоски к телу животного или подводному объекту, прилипало перемещением пластин образует вакуум над присоской, прочно закрепляясь на нем. Сила присасывания настолько велика, что иногда проще разорвать прилипалу, чем оторвать ее от предмета, к которому она присосалась. Прилипалы являются обычными попутчиками акул в теплых морях. Иногда акулу сопровождают несколько таких рыб, которые извлекают определенную выгоду из сосуществования с хищницей, гарантию безопасности, объедки акульего застолья и возможность путешествовать по океанам без физических затрат.